В Доме культуры «Буревестник» прошел теплый и душевный праздник – День варенья. Участники мероприятия приносили свои домашние заготовки – варенье разных сортов, а также другие сладости – пирожки и блины, сделанные своими руками, конфеты и фрукты. Каждый творческий коллектив презентовал свой сорт варенья. Пчелки помогли медведю в танце рассказать о самом любимом лакомстве сказочных медведей. Вечер получился уютным, теплым и домашним. Осенняя непогода не помешала собраться вместе тем, кто любит веселиться. Зажигательные танцы, стихи, песни, веселые хороводы – все это способствовало праздничной атмосфере. А по окончании концертной части мероприятия все – и взрослые, и дети – смогли перекусить пирогами и чаем с вареньем. Участники праздника радовались общению и благодарили щедрую осень за вкусные угощения.